Я понимаю, сейчас это будет звучать очень безумно. Нам надо разделиться, потому что выживут не все. Здорово всем, ребята! Кентура на проводе! И сегодня я не один, со мной... Дядюшка Тик-Так, ему всем, ребятушки, привет! И, ребята, прямо сегодня наша задача будет просто выжить, потому что это будет выживание против зомбаков! И чтобы вы понимали, это будет необычное выживание. Тик-Так, расскажи правила. Ребятушки, у нас будет не одна, не две, не три, а очень-очень-очень много разных волн. И мы должны будем пережить все волны зомбарей. И каждая волна будет гораздо сложнее предыдущей. Например, настройки первой волны будут такими. Первый уровень сложности. У нас 100 хп, у зомбарей 200 хп, у нас скорость 1, у них 0.5. Я думаю, это будет изи. Погнали. Ну и как вы поняли, я думаю, для нас это будет изи. Дядь, ты как думаешь? Брат, сисечки, дорогушечки, это моя мыльная сисечка. Ребят, чтобы понимали, у них нету никакого оружия, у них есть только дымовуха, и они не могут быстро бегать. Поэтому я думаю, первый уровень мы по-любому пройдем. Как думаешь, до какой волны мы дойдем? Слушай, мне кажется, мы... Давай так, смотри, давай договоримся. Если мы все волны пройдем, ты мне керампит и гол даришь. Как тебе такая, братик, а? Брат, я тебя засуну прямо... А, тебя зомбари хавают! Чувак! Так, чувак, у нас бесконечные патроны. Я предлагаю. А что покупать будем? Чувак, давай калаши. Это будет лайт. Первый левел это лайт. Ну давай калаш, давай. Погнали. Что? Подожди, покажи-ка калаш свой. Фу, чувак, на, возьми нормально. А ты на наклейки посмотри, дорогулечка, это моя. Ой, ладно. Не, слушай, я... Ладно, я не могу больше калаш. Стой, они уже бросают дымовухи. Тихо. Они могут дымовухи бросать. Да. Чувак, идет первый мочи. Я жопу прикрываю твою. Я твою жопу. Чё, чувак! Бегут! О, изи! Еще один есть! Делать как по лайту. Чувак, бежи мне сзади! Слушай, ну первый уровень самый легкий. Да, первый уровень это легкий. А! Чувак, сбоку! Ты чего не Чувак! Если я сольюсь, мы проиграем! Чувак, давай, я в тебя верю, пожалуйста! Капец, я затупил! Ты чё творишь? Мужик! Они подходят, чувак, они подходят. Чувак, они с двух сторон. Они с двух сторон. Сзади, чувак. Где? Мне страшно. Там бы был, да. Да хорош, смотри, аккуратно. Чувак, это трындец. Как же это было стрёмно! Фу, хорошо мы прошли. Ладно, ребята, переходим к второму уровню сложности. Настройки второй волны. В принципе, ребята, все то же самое, что и первое. Пока что, опять же, по лайту, но... У зомбарей уже 400 хп. Это, конечно, будет гораздо потруднее. Но я думаю, мы справимся. Ну что же, погнали к второй волне. Ну чё, чувак, да я дом второй волне! Ну, чувак, мне уже страшно. Так, давай, что покупаю? Блин, давай возьмем М4-1, у него отдача минимальная. Давай. У нас еще патроны нормально. Надо попадать в голову, потому что у них уже хп будет по 400, сам понимаешь. Чувак, смотри, что пишет, Кент, я тебя съем! Куда запал? Чувак, я третий. Давай на Б-план, там больше места. Давай, быстрее, чувак. Главное... Там больше места. Тёмку простреливай, не пишет ням-ням. Чувак, они реально пишут ням-ням. Где они? Чувак, это плохая идея. Ты гонишь? Чувак, ну вообще да, это плохая идея. Тут с трех сторон будут идти. Давай назад. Дым, они дым прокинули, бежим обратно. Давай, чувак, текай с села. Где они? Быстрее, они пишут, я вас кушаю. Чувак, что они пишут, вкусные мазы? Чувак, у них сейчас дымовухи. Аккуратно, они сейчас могут дым прокинуть нас. Тогда будет вообще полный габел. Давайте. Вижу. Так, одного видели. Чувак, справа. 400 хп, это габела. Чувак. Убил одного. Тихо. Чувак, 400 хп, это полный трэш. Один в дыму был. Смотри, аккуратно. Идет. Так, я прикрываю. Чувак, это габелла! Чувак, живи. Давай, брат. Чувак, аккуратнее, отходи на. Давай, мочи его. Сука еще, посмотри, пожалуйста. Быстрее. Чувак, их примерно еще человека 3-4. Запрятся в апарт, они смогут прыгнуть. Они еще будут идти отсюда. Они будут идти со всех сторон. Давай, мужик. Мы проиграем, если мы вдвоем сольемся. Мне страшно. Тихо, они тут будут, да? Не. Они тут будут. Вот тут. Тут и бежит. Лучше прыгай, чувак, мочи. Какой стрём. Давай.
Да! Ты передал, как они полюбили скачок. Вот столько чувак не хватало, чтобы их зарезал. Это был такой хард. Чувак, мне страшно. Ладно, переходим к волне номер 3. Мне просто страшно представить, что будет... Чувак, там Абелла! Это просто трындец. А вот это настройки третьей волны. Ребята, это Абелла! Зомбаки будут прыгать. Посмотрите, у них есть высокие прыжки. Надеюсь, мы протянем еще пару волн. Все, вперед к третьей волне. Ребята, меня окружили, зомбаки пишут. Дай халдишки или схабы. Мужики, давайте так. Давайте так, чтоб не хавайте меня. Я вам расскажу про один замечательный проектик под названием Булдропчик. Слышали о таком, да? Слышали? Так вот, там, короче, новая коллекция кастика. Там хороший окуп. Ну и прям сейчас сверху надо мной видите секретное слово. Вы выводите, получаете халявный подарок. Вы меня поняли? Вы меня хавать не будете? Все, спасибо. Ссылки снизу. Так, чувак, это третья волна. Чувак, просто тренится. Они мало того, что будут прыгать высоко, так у нас еще 50 хп. А, у нас 50 хп. Чувак, давай молики брать. Потому чувак, что это Абелла. Я предлагаю взять дробаши. Дробаши еще. Я тоже взял. Чувак, и бери молик. Молик, чтобы они не прошли. Они только идут. Давай. Сразу давай. Молик под ноги бросаем. Давай. Молотов берем. И смок я не буду брать. Блин, чувак, а может мы на мид пойдем? Хотя, блин, уже поздно. Чувак, они уже бегут. Не, наоборот, надо стоять поближе. У нас же дробаши. Они идут. Они тут, тихо. Чувак, аккуратно, не надо, не пуш. Там трое, чувак, и там трое. Блин. Типа на, стой, давай так, вместе иди. Давай будем просто стоять в этом проходе и все. Они идут, помоги. Быстрее, спина. Чувак, тут запарь жесткий. Минус два. Помоги, чувак, это трое. Все, я замочил. Ты со спины тебя мочат. Иду, родной. Чувак, убегай! Отходи! Забрал! Тут двое! Чувак, это Абелла какая-то! Чувак, живи! Чувак, я отхожу, они какие-то слишком жесткие! Нет, чел, уйди! Уйди! Чувак, нет, дробаш, это была не лучшая идея! Чувак, дробаш, это вообще полная какаха! Нет! Чувак, они слишком жесткие! Сзади! Могут быть. Тут вроде никого. Не. Да! Домой лежать! Чувак, это Абелла, как стрёмно! Меня радует только одно, то, что не медленнее, чем я. Другнищик ко мне прям запрыгнул. Сколько осталось? Еще вроде двое. Чувак, бежит! Бежит! Давай! Сюда, тварь! Заколай на пол! Чувак, один остался. А ты посмотри на аватарку этого одного. Вот он. Давай, чувак. Он тут, слушайся, он знает где-то, мне кажется. Не, чувак, на, лежать! Слушай, это было по харду. Чувак, это трындец вообще. Все, ребята, перемещаемся к четвертой волне. Четвертая волна. Вроде бы как ничего не поменялось, но есть одно небольшое но. Теперь у них есть молик! Помимо того, что они прыгают, помимо того, что у них 400 хп, у них еще есть и молик. Надеюсь, мы выживем. Погнали. Ну чё, дядь, ты готов к четвертой волне? Ой, чувак, мне кажется, если прошлая волна была такая жесткая, мне кажется, в этой волне мы не выживем. Давай, чувак, нас накроет. Короче, давай, слышишь? Давай, я понимаю, сейчас это будет звучать очень безумно. Нам надо разделиться, потому что выживут не все. Чувак, я тебе отвечаю, надо разделяться. Это будет трындец. Ну давай попробуем. Все, дядь, погнали, разделяемся. Давай, чувак. Ты куда? Я сюда. Я не знаю, мне страшно. Чувак. Давай, брат. Ты уверен, что разделиться это хорошая идея? Чувак, это хорошая идея. Я видел это в фильмах ужасов делают. Чувак, они молики бросают. Это Абелла тут... Нет! Что? Чувак, меня замочили, вся одежда на тебя. Ты гонишь, Женя, какое? Только раунд начался. Чувак, это трэш. Это невозможно. Я даже не знал, что будет так жестко. Почему? Чувак, давай. Справа. Тихо. Лучше. Давай. Мне страшно. Прям меня. У меня 50 хп, чувак. Надо молотов прокинуть. Отходи. Быстрее. Чувак, это где-то не сзади, да? Их сука, их чопи. Давай. Еще. Просто беги. Тебя на минимапе не видно. Все нормально. Отлично. Чувак, это трындец. У меня 50 хп. Чувак, у меня тоже было 50 хп. Меня вообще замочили как нуба. Чувак, это полный трындец, чувак. Они в чате пишут мозги. Мне страшно. Чувак, сиди тут. Это идеальное место, тут. Чувак, они пишут грибные мозги. Чувак, у тебя все равно нету мозгов, поэтому нормально. Слышишь, ты несешь, алло,
Тихо, о, ладно. Они пишут, я рядом, слышишь? Давай, стреляй! Не-не, тихо. Чувак, давай! Главное, чтобы не спалили. Чувак, молли, будем бросать, аккуратно! Тебе проигрывать нельзя! Чувак, я стараюсь. Давай, он идет к тебе! Чувак, на нас! Нет, не надо! Отходи! Лучший! Давай! Тихо, это последний, да? А нет, это не последний! Двое! Чувак, отходи! Нет, справа! В дыму чел! Тихо, отходим! Он в дыму, да? Смотри, на, по голове! По головке, смотри! Оп! Он последний, он еще не сделал, смотри! Давай! Смотри! Хорош! Фу! Все, ребята! Мы перемещаемся к пятой волне. Пятая волна, там уже будет реально жестко. Но прямо сейчас, ребята, полный хард! Пятая волна! Есть хорошие новости и плохие. Хорошие новости у зомбаков 200 хп. Плохие новости, у них скорость 1. У нас они 25, то есть они стали гораздо быстрее. И еще у нас пропали бесконечные патроны, у нас остались только бесконечные магазины. Это будет очень хардово. Погнали. Чувак, пятая волна! Сейчас будет максимально по харду. Чувак, это полный трендец, мне страшно. Да, я беру, блин, давай возьму. Я P90 взял. Я М60, надо брать то, что, где много патронов. Все, брат. Я взял P90. Чувак, это трендец. Они бегут, страшно. бегут. Молики бросают прямо по нам. Чувак! Чувак, это трендец. Они рядом. Давай, мочи их. Задал. Второго забрал. Справа. Чувак, живи. Нет! Забрал того! Давай, забрал! Чух, ты где? Чух, молотов кидай, чтобы они не прошли! Я прокинул молотов сзади! У меня был, у меня один патрон, надо перезарядиться! Чувак, разделяемся! Прикрываю! Есть тип! Все! Чувак, это трындец, я на лонгу, чувак, я прикрываю! Чувак, давай! Аккуратненько! Чувак, ты где? Я прикрываю тебя! Я не знаю! Вижу типа! Двое! Чувак! Я перезаряжаю! А, вот! -2! Есть еще тип! Есть еще тип, тихо. Подо мной где-то! Он где-то подо мной! Помоги! Меня завалили, чувак! Ты гонишь? Меня завалили, ты один остался, чувак. Ты остался один. А где он? Где он? Я не знаю, он был... Я на меду. Около лангу был. Блин, чувак! Он прыгнул вверх, я его даже не мог найти, это трындец. Тише. Он сзади, чувак. Ничего, чувак! Нашел. Фу. Это трындец, просто хард. Не, это прям очень тяжело. Мне страшно, что будет вообще в следующей волне. Там, наверное, будет полный трындец. Ребята, но мы идем к шестой волне. Шестая волна. И знаете, что тут есть? Бесконечных патронов нету. Убрали их. Это было. И плюс, самое интересное, у нас будет 8К. Всего лишь 8К и нет бесконечных патронов. Походу, это наша последняя волна. Идемте в нее. Дядя, шестая волна! Ну что? Это давай, трэш. Я готов. Это трэш. Что будем брать? Надо брать. Слушай, там, где много патронов, по-любому! Давай, блин, Уже бегут! Блин, давай, ладно, давай я возьму М-ку, пофиг. Чувак, я беру P90, я чекаю с села! Они уже тут, чувак! Чувак! Слышишь? Чувак, а что ты не сказал, что патроны ограничены? Чувак, они лестницу делают! Они какие-то слишком жесткие. На перезарядке. У меня может патронов не хватить, алло. У меня тоже! На 100 патронов! А что ты не сказал, блин, я не знал! Чувак! Я отступаю! У меня патронов очень мало. Очень. Разделяемся, будем играть по брейну. На, я забрал его! Чувак, у меня лучше! Эконом патроны! Это просто трындец, чувак, я еле-еле смог. Тише, у меня осталось 60 патронов, чувак, это трындец. Ты зомбарь нуб какой-то, он меня не видел. Я забрал его, отлично, чувак. Лучший! Так, сколько осталось? У меня 30 патронов в обойме и 20 еще дополнительных. Так, мало? Бери пистолет, с пистолетом мочи их на дальней дистанции. Че, эконом патроны, ты гонишь? Давай, пробуем. Давай дом держать. Давай, точно. Это наша хата, они сюда не придут. Где-то рядышком, кто-то на шифте. Чувак, живи! Нет! У меня патронов мало, это трындец! Чувак, я перезаряжаю. Они пишут мозги! Чувак, у меня осталось 50 патронов, это было. Молик! Где? Я прокинул молик. Ты знаешь? Кинь на всякий случай в темку. Мало ли там будет пробегать. Нет, чувак, тут никого нет. Я когда увижу, буду кидать. Мы быстрее, чем они, учитывая, можем от них убежать. Осталось трое, чувак. Нормально. Вижу. Получай молик, падаль! Он на меду. А там двое, чувак. Чувак, давай, иди ты. Тебя не жалко, мама один. Не, давай. Брат, давай. Я тебя прикрою, не переживай. Я с пистолетом. Чувак, помогите. Ты где, дядь? Ты где? Чувак, давай, мочу. Чувак, помоги.
Замочил, замочил, замочил. Второй, второй, второй. Он меня завалил, чувак. Он меня завалил. У меня 29 патронов. Чувак, возьми ММ, ММ-ка моя лежала. Сколько патронов? Попробуй. Сколько патронов? У меня была обойма целая. Чувак, ты должен выжить и забрать ММ-ку мою. Не-не-не. Забери ММ-ку мою. Забирай, забирай, забирай. Найс! У тебя обойма! Обойма целая есть. Живем, живем, живем. Давай, чувак, давай, давай, давай. Чувак, если время пройдет, мы же тоже выиграем. Да, да. Вот он, да! Это красиво было, это просто красиво было. Ух, какой пот. Погнали к следующей волне. Интересно, что там. Вот и помер дед Максим. У нас 1 хп, урон только в голову. И это, ребята, полная фиаско. И самая обидная скорость 1.5. И у нас, и у слабаков. Это просто габелло. Но если мы пройдем эту волну, то мы победим. Как думаете, выйдет ли у нас это или нет? Напишите в комментариях. А мы перемещаемся к последней, 7-й волне. Дядя! 1 хп! Ой, то есть, если чувак, мы наступим на молик, это будет. Это будет фиаско. Просто смотри. Все. Смотри, все. Чувак, а что делать? Это же просто нереально. Чувак, и урон только в голову! Урон. Ой, блин. Это невозможно, это невозможно просто, ой, чувак. Блин. Это трындец. Это надо авапу покупать. Слышишь, авапу. Чувак, нет, так урон только в голову! Не, я лучше дробаш. Давай это дробаш. Не, я возьму авапу, чтобы с авапу убивать в голову. Это чувак, трындец. Ты гонишь? Это будет трындец, я тебе серьезно говорю. Чувак, трындец это будет нам! Ты уверен? Ты берешь реально авапу? Ну, постараемся, чувак. Будешь много трындец, я в тебя молик кину. Не, чувак, давай просто вдвоем как два брата. Стой возле меня. Тихо, давай, чувак. Это ты. Раз! Чувак, это Рабелла! Это Рабелла! Нет, молик бросай! Чувак, не тут, чувак, это трындец! Меня моликами забросали, выйти не могу! Меня забрали уже! Нет, он тут! Чувак, он тут! Нет! Лежать всем! Лежать! Чувак, это невозможно. Надо перезарядиться. А, ты видишь, чувак, они везде. Надо перезарядиться. Надо перезарядиться. Они бегут за тобой, чувак. Так, скажи там никого нет. Скажи там никого нет. Нет! Хорош. Это трындец, чувак. Чувак, я не знаю, что делать. Чувак, давай буду пробовать на нож садить. У меня нет других вариантов. Лежать! Блин, на нож не с первого раза их убиваешь. Чувак, бежим. Прям слышу их, чувак, они прям сзади. Они сзади. Нет! Ты видел, он махнул ножом прям. Нет! Нет! Чувак! Блин, ну это нереально! Это было вообще нереально. Это был просто нереальный раунд. Ну что же, мои уважаемые подписчики, если вам понравилась эта рубрика, прямо сейчас прожмите лайк, подпишитесь на мой канал, пока меня не схавали зомбари! И напишите в комментариях, с кем снять продолжение этой рубрики. С вами был ваш Кента ПК и... И меня съели тиктокер! Всем пока! Всем пока!